Пончики. Сколько? Пончиков. О, привет, ребята. Привет. Привет всем. Привет. Ребята, привет. Привет. Здорово. Слушайте, нам сегодня классно сказала, что скоро в России празднуется День матери. Нужно что-то сделать для мам, бабушек. Песня, танец. Да нет, это как-то избито. Как у всех и как всегда. А мы уже попытались классом сделать доброе дело. Давай я помогу тебе раздеться. Кирилл, что случилось? Да ничего не случилось, мам. Давай я помогу тебе раздеться. Ты что, полы подмёл? Сам? Сам. Невероятно. Ты что, пыль вытер? Сам? Сам. Кирилл, что случилось? Мама, не волнуйся. Я и посуду вымыл, и уроки сделал. Ты что, и уроки сделал? Добрый вечер. Как прошел день помощи родителям? Так, чистота, порядок. Пыль вытер. Пол подмел. Плюсик. Плюсик. День помощи родителям. День помощи родителям. Посмотрите, до чего человека довел ваш день помощи родителям. Неси же скорее воду за валерьянку. Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Для чего у всех мамы нервные? Надо было сказать, что это все на один день, а завтра все по-прежнему будет. Да. Все живы остались. Спасли! А моя младшая сестра учудила вчера с подругами. Тяжело быть мамой, знаем. Надо все это успевать. Но мы сегодня не отстанем. Будем мам сейчас играть. Ой, девочки, вчера мой Мишутка не хотел есть кашу. Как это? Рот не открывал, так я ему кашу по щекам размазала. Потом полчаса в раковине не отмывала. А мой ничего не ест, только глазками моргает. Хлоп-хлоп. А как у тебя ребенка зовут? Женя. А у тебя мальчик или девочка? Мальчик. Ой, девочка. Ой, нет, мальчик. Или девочка. Ну, в общем, я пока не решила. С этими детьми так тяжело. Девчонки, пошли во двор, на скакалке попрыгаем. Эй, мамаша, детишек на кого оставили? Ой, точно, совсем забыли. Не пойдем, некогда нам. Надо еще пеленки поменять. Забор полный!
матери на деньги. Уйди, Петров, не мешай нам! Уйди, Петров, не мешай нам! Да не буду я вам мешать, больно нужно. Петров, а ты чего такой бледный, не заболел? Нет, просто меня вчера мама вымыла. Ладно, Петров, иди гуляй, не мешай нам. Нам еще детишек спать укладывать, а потом маникюр и педикюр. А когда дети заснут, что тогда займемся? У меня где-то 10 рублей завалялось на чупа-чуп схватить. Ой, ой, строй ты себя, дамочек-мадамочек. А мы есть маленькие дамы! Дамочки-мадамочки! Да хватит! Вы, мужики, только языком чесать можете! Ой, да ладно тебе! Все-таки какие они замечательные, наши мамы. Воспитывают с пеленок до глубокой старости. И ты думаешь, что это всем нравится? Но как это может не нравиться? Тебя оберегают, заботятся, холят, лелеят. Угу. Кормят с ложечки, слюнявчики меняют и нос вытирают. Не вижу ничего предосудительного. А если человек хочет быть самостоятельным, представь, что все на свете устроено наоборот. Дети как во всех делах главные, а взрослые во всех делах их слушаются. Дети как взрослые, а взрослые как дети? Именно. Вот моя мама сидела за обедом, а я бы ей сказала. Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот еще новости. Посмотри на себя в зеркало. На кого ты похожа? Вылитый Кощей. Быстрее. Не держи суп за щекой. Опять задумалась. Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует. Так, и не раскачивайся на стуле. Мама, ты полюбуйся-ка на нашу бабуленьку. Каков вид! Грудь нараспашку, шапка на затылке, шея вся мокрая. Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла? А это что за грязная палка? Клюшка хоккейная. Что? Это клюшка? Убери ее с глаз моих долой. После обеда садишься за уроки. А я в кино пойду. И нечего хныкать. Ты вчера на день рождения ходила? Ходила. В воскресенье тебя в цирк водила? Водила. Ишь, понравилось развлекаться каждый день. Тем более, моделям после 60 лет на этот фильм вход воспрещен. Да, но ты забыла, что они когда-то тоже были детьми и испытали все на себе. Зачем же их еще раз подвергать этому? Как зачем? Чтобы напомнить, мама, бабушки, вы тоже были детьми. О, может бабушек подключить? А, через Wi-Fi и проводов не надо. У меня бабушка классная. Ой. Здравствуй, Матрёна. Hello, цветочек. Что это за hello ещё такое? А ты что, не знаешь? У меня внуки так здороваются. А ты слыхала? Наша-то соседка купила автомат для попкорна. Чего? А что это ей наш поп-то не понравился? Какой поп? Ну ты ж сказала, что Шевроне купила автомат для попа. Она киллер, что ли? Да ты что, это ж автомат для получения попкорна. Внуки твоего еще любят, которые из кукурузы делают. А, это я знаю. Я люблю это есть, когда 3 литра смотрю.
Что еще за 3 литра? Первый раз о такой передаче слышу. Да это не передача, это кино. Страшное такое. Так бы и сказала, что триллер, дура старая. Ой. А я что говорю? 3 литра. Ой, а еще я новости смотреть люблю. Вот недавно шайку показывали. Ой, страсть, как мне нравится. Какая еще шайка? Бандитов, что ли, любишь? Ну ты даешь, Матрена. Каких бандитов? Ну каких бандитов? Цветочек, ты что, белины объелась? Это же шайка, самый главный в МТС. Чего? Какой МТС? Он что, тракторы налаживает в нашей мастерской? Да сама ты трактор налаживаешь. Он всегда там, где падают самолеты и проходят землетрясения. А, ты про Шойгу, что ли? Во-во, про него. Ой, интересный мужчина. Да, тут я с тобой согласна. Привлекательный, ничего не скажешь. Все, хватит мечтать, некогда мне тут с тобой рассиживаться. Мучке еще надо помогать уроки делать. А то она у меня балбеска сама вообще ничего не понимает. Ой, ты-то у нас много чего понимаешь. Конечно, понимаю. Вот им задали кассу с собой принести. Только я вот все думаю. В магазин Шоль сходить, взять в аренду. Вот и видно, как ты разбираешься. Эту кассу самой шить надо. Чего? Это как я тебе зашью-то? Она же из железа сделана. Цветочек, ты совсем туго. Это ты, Табо. Это касса для буквы слогов. Чтобы твоя внучка научилась читать быстрее. Я в прошлом году своему внуку такую же сделала. Пойдем покажу. Ой, так пошли. Ой. Классные бабушки, мамочки. А давайте мы видеописьмо. Поздравление сделаем. Мы желаем нашим мамам никогда не унывать, с каждым годом быть все краше и поменьше нас ругать. Вам желаем, дорогие, быть здоровыми всегда, чтобы вы долго-долго жили, не старели никогда. Пусть невзгоды и печали обойдут вас стороной, чтобы каждый день недели был для вас как выходной. Мы говорим тепло и просто, такие добрые слова. Желаем творческого роста, чтоб не сидела голова. Чтоб небо чистое над вами ни Насти не закрыло вдруг, не расставались чтоб с друзьями, чтоб вспомнил вдруг далекий друг. Чтоб ежедневно улыбаясь шли на работу не спеша, и чтоб с работы возвращаясь, все пело тело и душа. Дорогие наши мамочки, мы и сами признаем, что, конечно, не всегда мы хорошо себя ведем. Мы вас очень-очень любим. Будем добрыми расти и всегда стараться будем хорошо себя вести. Девчонки, а вы что сидите, своих мам не поздравляете? А у нас нет мам. Как это нет? Вы шутите? Нет, мы живем в детском доме. Ребят, нужно что-то придумать. Ну что же вы молчите? Думаем. Думаем, думаем. О, придумала. А что, если мы будем в каждой программе рассказывать о таких же детях из детских домов, как Оля и Даша, по всей Вологодской области? Ага. Знаешь, сколько волокиты, сколько бумаг, разрешений нужно на съемку? Да все у нас получится. Главное – желание. А в этой программе мы расскажем о вас, девчонки. Меня зовут Даша, мне 13 лет. Я люблю заниматься рисованием, петь. Раньше занималась бисероплетением и ходила в секцию футбол, у которой заняла 2-е место. Даша – обладательница большого количества дипломов. Она хорошо рисует, увлекается вышивкой, декупажем.
Даша человек активный и творческий. Она выступает в роли ведущей на праздничных мероприятиях, участвует вместе с другими детьми и воспитателями в областном проекте «Подари тепло души», оказывая помощь и поддержку ветеранам. С удовольствием учится в школе и предпочтение отдает гуманитарным предметам. Даша любит слушать современную музыку, смотреть фильмы. Выбор своей будущей профессии девочка уже сделала. Когда я вырасту, я хочу стать поваром, потому что на трудах мы учимся готовить из рыбы, из мяса, даже делали тарту. Мне это очень нравится. Всегда я получала по готовке и оценку 5. Еще как же есть лучшая подруга у меня. А вот и ее подруга Ольга. Вместе они обсуждают интересные новости и делятся самыми сокровенными секретами. Изначально я хотела стать певицей, ну вот когда я была маленькая. Раньше, ну, мне очень нравилось петь, и я как бы, ну, это делала дома, пела вообще, ну, это мое любимое занятие было. Потом я хотела стать ветеринаром, поскольку я очень люблю животных. Но сейчас, я не знаю, мне хочется вещи, шить вещи и как бы, ну, создавать там всякие облики. Ну, не знаю, мне это нравится. Ольга всегда в центре внимания. Она активная участница различных мероприятий и конкурсов. Ольга сама научилась рисовать и теперь с удовольствием этим занимается. Оля очень надежная. Она выручит в трудную минуту. Даша и Оля отзывчивые, заботливые, активные и творческие девчонки. А еще мы снимаемся на телеканале «Русский сервер» в программе «Штаки фокусы». Вот это другое дело! Пока! Мы вас очень-очень любим! Будем добрыми расти и всегда стараться!